сет на три заснять не удалось. В это время мы снимали интервью с другими ребятами. Но зато с Майком будет интервью и видео из рубрики 8 рандомных групп. Я знаю, я все теряю.
которому мы классно оставаться на плаву, это здорово. Я бы хотел выразить огромную благодарность Леониду и Ершову, он сейчас выйдет на сцену, будет вторым вокалом в проекте «Анемия». Вот. Давайте вместе вспоминать эти песни. Первый раз в жизни мы играем, второй, ладно, второй, на той неделе играли. Но... Yeah.
Чувствуешь любовь, ты исполнишь, ты просил, ты чувствуешь любовь.